Неизвергнутый бог, создатель, разрушитель миров. Услышь мою клятву. Услышь мою клятву. Клянусь презирать тебя целую вечность. Вижу, ты меня понимаешь. Монастырь прямо перед нами. Интересно, там все еще безопасно? В любом случае, наш пояс Антанаса скоро завершится. Надеюсь, он стоит всех отданных за него жизней. Нормально. Принимаемся за работу. Тихо, слишком тихо, даже как для монастыря. Осторожно. Всех приветствую на прохождении игры под названием Лорды Падших. Интересно, нам дадут посражаться с тем огромным монстром, который был в начале? Так, давайте пройдем маленькое с вами обучение. Что здесь? Фокус. Самое важное в бою — концентрация внимания, чтобы сосредоточиться на противнике и нацелиться на него. А не нацелить на него камеру, нажмите колесик. Обратите внимание на звуковой сигнал. Так, наиболее очевидный способ избежать удара — блокировать его. Ага, щит. Окей. Враг подчиняется тем же правилам, что и вы. Его можно выбить из развесия. Ага, отлично. Чтобы быстро атаку ЛКМ. Окей. Так, не останавливайтесь. Если нажимать ЛКМ еще раз, следующая атака будет разнесена сразу же после предыдущей. Отлично. Так, уклонение. Отличный прием. Но важно угадать со временем его применения. Угу, пробел. Окей, отлично. Сильный удар выполняется так же, как и быстро, только требует больше времени и наносит большой урон. Нажмите Е. Шикарно. Вы можете провести следующую сильную атаку при помощи Е. Угу. Второй важный момент в бою. Организованность. Так, оранжевая шкала в нижней части. Ага, экрана — это энергия. Следите за ее запасом во время боя. Я так понял, это наша стамина, да? Красное здоровье. Ага, и магия синяя. У нас даже магия с вами будет. Прикольно.
Хорошо, отлично. Открытый какой-то набор. А как мне посмотреть, что у нас за набор с вами? Это что такое? Так, нажмите И. Во, шикарно. То есть мы сможем с вами еще и прокачивать нашего персонажа, да? Сила 11. Так, очки, очки заклинаний. Урон. Блин, и как это все делать? Сила, живучесть. То есть, наверное, когда у нас будут очки заклинания, тогда мы сможем с вами прокачивать нашего персонажа, да? Понял. Так, что это доступные очки? Доступные очки, молитва. Но с этим нужно будет еще разбираться. Так что давайте побежали дальше. Так, что у нас здесь есть? Поговорить на эрочку. Заперто. У тебя кровь идет. У тебя все еще идет кровь. Тебе от Рогаров крепко досталось. И затем тебя из тюрьмы доставал. Чтобы там что-то... Так, если чешь кровью, то... Блин, сильно быстро считают. Так, как открыть эту дверь? Как же открыть эту дверь? Каким-то рычагом или ключом. Угу. Сори, но иногда, наверное, я не буду успевать читать, потому что текст чересчур сильно быстро идет. Так, нам нужно найти с вами... Какой-то ключ, правильно я понимаю? И где мне его искать? Давайте, наверное, вниз спустимся. Я там видел дверку, может... Может, тут будет ключ находиться. Так, о, здорово. Слышь, у тебя ключа случайно нету? Наверное, нет, да? Так, будьте осторожны. Не все ваши враги будут... Рагорами. Они все каким-то определенным образом. Ага, хорошо. Здорово. Да, надо будет потом прокачать своего персонажа. Так, а как мне использовать зелье для лечения на троечку? Единичка, единичка. Ага, на единичку зелье. Хорошо. Давай покрошим еще вот этих вот. Здорово. Как ты? Ля, ты падла. Вроде справились. Так, что это такое взять? Оно во мне. Оно меняет, меняет изнутри. Мой череп. Все кости движутся. Растут. Не похоже, что в венах моих яд. Скорее, жидкая тьма. Мы же видели, что бывает дальше. Так, здорово. Мы решили умереть сами. Угу. Была какая-то оставленная записка. Так, что здесь? Где мне взять ключик? И, ага, вот сюда, да, наверное? Давай разломаем и пошли дальше. Так, ты кто? А как я могу присесть? Не могу. Во, я могу перекатиться. Прикольненько. Так, забрать на эрочку. Это у нас пустая бутылка зелья. Здесь я ничего разломать не могу. Бочки, коробки. Вроде ничего нету, да? Так, а давай нажмем еще раз на... И посмотрим, что здесь у нас. Ой, а что я сделал? Так, тяжелые доспехи. Воитель. Тяжелые доспехи. Вес. Так, молот, меч. То есть я могу менять... Либо не могу менять. Стальной меч.
Копыта молота. Ну, давай выйдем. Ага, то есть я могу... Понял. То есть могу оружие, да, менять? Угу, у нас 20. 21. Сила 100, 100. Вес. Давай, наверное, меч пусть будет, да? Лечебное зелье. Здесь у нас что такое? Ключей нету. Шлем. То есть могу поменять своего персонажа. Отвага. Воитель. Пусть такой, наверное, будет, да? Так, и на ноги. Ага, вот такие вот. Честно, пока месь, ребят, я без понятия, что я клацаю. Нужно будет немножечко, я же говорю, поиграть. И потом уже, надеюсь, я пойму, что здесь вообще происходит. Так как у нас с вами тяжелые доспехи, я изначально выбрал, то мы с вами так медленно передвигаемся. А где мне найти ключи такие, извиняюсь? Кто здесь хранит ключ? Никуда мне идти. Могу ли я тут что-то заюзать? Нет. К сожалению, не могу. Может, лучше нужно было выбрать нам легкие доспехи, как думаете? Так, ага, вот куда-то нас ведет эта штука. Ой, только не падай. А как мне... А как мне туда добраться? Вы видите, вон сверху можно туда подняться. Как мне это сделать? Ну, то есть за этой тряпкой я могу, либо не могу. Слышь, колдун, а помоги мне. Нам нужно найти способ добраться на ту сторону. Так, взять, эти твари все прибывают. Мы сопротивляемся, но их слишком много. Даже смотреть, как они движутся. Запах противный. Хорошо. Как мне найти ключ? Слышь, у тебя нету ключа. Угу. Тут все закрыто, тут все закрыто. Может, как-то на второй этаж можно подняться? Ну, вы сами видели, что там было. За той тряпкой, которая висела. Может, реально можно как-то... Так, ну мы тут были, да? А нет, мы тут не были. Здорово. Как ты? Вот так вот. И... Хорошо. Блин, можешь реально поменять доспехи и сделать нашего главного героя немножечко побыстрее, как вы думаете? О, привет. Как оно? Блин, нужно как-то прокачивать. Так, ты кто? И что мне с тобой нужно делать? Тоже без понятия. Так, отец мой. Огни движутся в сторону нашей деревни. Будь осторожен. Так, здорово. Тихо. Так, тихо. Аккуратненько, алло. Почему я не могу тебя? Ля, ты крыса. Прикинь, чуть не завалил нас. Наверное, реально я зря выбрал. Тяжелые доспехи, но кто бы знал бы. Так, что мы здесь? Если я сейчас вниз спущусь, то что это нам даст? Ага, а я как-то был прыгнул же, вы видели? А, просто на пробел прыгнуть, да? Ясненько. А я, может, реально получится вот сюда вот так вот запрыгнуть? Получилось, смотри. И что это нам дает? Ровным счетом ничего, да? Так, открыть дверь.
Заперто. А снизу у нас что? Так, найдите ключ. А где мне, я таки извиняюсь, искать этот ключик? Мы уже вроде с вами все... Ой, ёпта. Вроде все обшарили. Ключик я найти таки не могу. Может опять наверх вернуться туда? Смотри, вот эта вот штука летающая. Я так понимаю, она нам что-то подсказывает, да? Хотел бы сейчас бы узнать бы, что конкретно, но давайте, наверное, вернемся назад. Мы, по-моему, с вами где-то вправо должны будем повернуть. Вот сюда, да? И посмотреть. Ага, еще внизу есть. Так, здравствуй. Как ты? Нормально. Не-не-не, ближе подойди. Вот, молодец. Все, умничка. Взять ярочку. Так, гигантский ключ. Ага, мы все-таки нашли его. Вернись к каслу. Хорошо. Взять. Так, мы нашли с вами руну. Интересно, а мы можем здесь с вами крафтить наши зелья, либо не можем? Так, осколок, лечебное зелье, одно из четырех. Развитие персонажа, опять же очки по нулям. Сила, сила. Снаряжение. Вес 2,25. Ага, то есть я могу даже снять эти доспехи. Кишки, так. Использовать. Я что-то использовал? Непонятно, что я использовал. Так, неизвестная руна. Как мне тебя использовать? Небольшой кусочек рунического материала. Ага. Развитие персонажа. Так, очки. Блин, непонятно. Ладно, побежали обратно. Побежали обратно. Куда нам? Наверх, по-моему. Да, вот сюда. Все, где ты, Гэндальф? Нашел я ключ. Пошли отсюда. Блин, ну броняка, конечно, мощная. Реально мощная. Интересно, будет ли здесь какой-то меч получше, чем этот? Бля, Саб-Зиро, да? Правильно я понимаю? А, не. Супер-пупер монстр, с которым мы сейчас будем сражаться. Похоже на этого с Пластилина кольца тут, у которого было кольцо, так? Ёб твою. И что мне с тобой делать? А, то есть в этот момент, наверное, мне нужно будет тебя атаковать, да? Сука, я даже не, и не успеваю, понимаешь? Так, дай, погоди, дай я зелье, использую, алё, придурок. Алё, отстань от меня. Ля, маленьких обижает. И что мне с тобой делать? Скажи, пожалуйста. Блин. А если я буду защищаться мечом, не этим щитом? Я не понимаю еще, как нужно это все делать. Ну смотри, я ж отошел же от тебя, алло. Ёб твою.
Падла, падла, отстань. Отстань, дядя. Ну все, это конечно, ребята. Мы, наверное, его не победим. Но если это только первый надзиратель, что там будет дальше? Но смотри, как он делает. Я делаю кувырок, как меня учили, а он меня... Ага, ну все, это, конечно. Вот реально я делаю кувырок, как меня учили, а он вообще не хочет ни влево, ни вправо. Ага, то есть я не могу уйти, да? И что, и куда? Ага, войти на ярочку. Хорошо, вот иди. Пробуем заново. Падла, отстань от меня. Ну, прошу тебя. Почему он не выставляет щит для защиты? Скажи, пожалуйста. Может, из-за того, что у меня стамина в этот момент нету? Бля, бесишь меня. Уходим. Слышь, а где наш маг? Я так извиняюсь, где маг? Почему он нам не помогает? Что это такое? Хочу воспользоваться. Хорошо, ПВП или засал? Давай, иди сюда. Не-не, иди сюда, падла. Сейчас я тебе расскажу, как меня обижать. Я понимаю, ребят, что я делаю что-то явно не так. Я это сам вижу, но по-другому я не знаю, что тут нужно, как с ним сражаться. Тем более у меня стамина не так много. Ага, уходим. Так, нужно выпить зелье. Восстановить здоровье. Ну все, ты попал, падла. Во, смотри, я даже за спиной, когда у него нахожусь, он меня лупит. Так что проще, наверное, сражаться с ним чисто в упоре. Давай, давай, бей его, бей. И убегай, убегай, убегай. Просто, нет, убегай. Убегай, убегай, убегай. Убегай и пей зелье. Нет, ну куда ты, я... Давай посмотрим на... Урон 400. Так, урон 26. Может, с этой штукой попробовать, как думаете? Ага, будет всего два удара, да? Ну, сейчас попробуем. Слышь, а ну, иди-ка ты сюда, падла. Ля, ему все равно. Ему реально все равно. Смотри, смотри, я его бью, ему вообще до фонаря. Реально до фонаря. Может, лучше... Может, лучше какой-то другой меч. 20 урон. Стальной меч. Давай попробуем. Ой, я, извини. Правда, извини, я не хотел тебя обидеть. Блять. Ага, ага, да-да-да, по-любому. Давай, давай, давай. Ну, ну подойди ты как к нему ближе. А я думаю, ну если я сейчас броню сниму, то вообще будет все жестоко, да? И печально. Давай, еще чуть-чуть, еще один удар. Иди сюда. Падла. Все, и теперь уходим по-быстрому. По-быстрому уходим, пьем зелье. Все, еще два раза нужно будет так повторить.
Так, перевернуться. Ага. А тебе до одного места, получается, мои переворачивания. Ну как же ж неудобно сражаться с непрокачанным персонажем. Ой, ёб твою. Все, извини. Извини, ну я ж извинился, ну что ты начинаешь сразу же? Нормально же общались, нормально же до этого общались. Еще один удар ему дай. Все, еще один удар. И еще один. Божечки, ты размахался своим гребаным мечом. Ага, давай, ПВП или засал. Надо прокачивать. Надо бы реально прокачивать своего персонажа. Мы такие-то сделали, неужели? Бля, что это такое? А так извиняюсь, где наш волшебник? Ага. Это как горец, да? Останется только один. Так, первый надзиратель. Поздравляю нас, мы что-то с вами сделали. Это что? Один из владык, про которых все время говорили, да? Так, а я могу это заюзать? Так, развитие персонажа. Опыт, заработанный за победу над врагами. Остается при вас до сих пор, пока вы не решили его использовать. Так, сохранение опыта. Московка дает вам очки. Нажмите F для получения очков характера. Ага, хорошо. Так, нажмите F. Очки персонажа. Сила, опыт. Не понял. Очки заклинания, очки силы, молитва. Сила, очки. Не понял. Использовать. Ну, у меня... Вы видели? У меня хпшка больше стала, да? Живучесть или что? Так, сила 11. Магия вообще по нолям. Вес... 15-25. Мифология. Больные, страж, снаряжение. Так, ребят, кто мне подскажет, что я делаю не так? Так, вот это как мне использовать? Никак. Может, когда у меня опыт наберется, вот это вот 1100, тогда я смогу прокачаться, правильно я понимаю? Так, контрольная точка активирована. Я так понимаю, это было у нас автосохранение, да? А что нам нужно делать? Ага. Утраченный опыт вернули. Давай попробуем подойти. Может... Может, у нас еще есть? Да, вот, смотри, у нас есть очко одно. Ловкость, навык, выносливость. Может, в выносливость пойдем? Как мне это использовать? Ловкость, выносливость. Хочу выносливость пойти. Так, таран. Укол. Сила. Ничего не понимаю. Просто не хочется, знаете, наклацать что-то. Так, ярость, требование к вере, следующий уровень. Так, силовое поле, усиливающее силу атаки и снимающее энергетическое ограничение. Молитва. Неподвижный клон, отвлекающий на себя внимание противника. Ага. То есть я трачу, да, одну очку? Есть. И как мне...
А как мне теперь его использовать, этого клона? Так, ну и на единичку у нас с вами ХП, двоечка, троечка. Непонятно. Ладно, так, снаряжение. Меч у нас есть, хорошо. Доспехи, доспехи. Короче, ребят, я, если честно, я вообще не понимаю, что здесь происходит, но... Давайте разбираться, наверное, по ходу дела. Ну, возможно, я прокачал своего персонажа вот этим образом, да, вот так вот. Так, переключить избранное, справка В. В. Есть. Мы с вами что-то сделали. Теперь, по идее, где-то найти Касла. Ага, здорово. Так, есть много способов нанести большой урон. Один из них. А так, медленно и осторожно приблизьтесь с помощью Ctrl. Ага, с помощью Ctrl. Подходим и... Так, чтобы произвести свою атаку, встаньте прямо перед врагом. И... Ага, ясненько. Ясненько, понятненько, так. Хотя сомневаюсь, конечно, что они нас не услышат, потому что мы как бы... Ладно. Что-то не сработало. Потому что мы с вами в доспехах. Потому что реально мы с вами в доспехах, и они должны нас слышать. О, здорово. Только ты не начинай. Слышь, падла, я только что твоего босса победил. Думаешь, я с тобой не справлюсь? Все, отстань. Да отстань от дяди. Прикинь, чуть не завалил. А почему я не могу использовать вот это вот развитие персонажа? Что мне нужно? Как мне его использовать? Переключиться. Сила, справка. Ну, то есть мы с вами что-то прокачали, я так понимаю, либо не прокачали снаряжение. Так, физический урон плюс 2. Используется меч, молитва, таран. Может, Enter надо как-то нажать. И хер его знает, доспехи. Ну то есть смотри, неподвижный клон. А как мне сделать этот неподвижный клон? Я нажимаю полностью... Нажимаю полностью все кнопки, и ничего такого нету. Кем были владыки? Да хер его знает, кем они были, но... Но меня вот это вот бесит, уж я не могу понять, как мне использовать своего двойника. Так, вы можете зарядить сильную атаку, удерживая кнопку атаки, при этом расходится больше энергии, но урон наносится больше. Нужно будет сейчас проверить. Так, магический класс определяет стиль игры. Угу. Так. Здорово. Донде стала библиотека? Тоже не знаешь, да? Так. Ага, погоди, сверху там что-то есть. Давай посмотрим, что это такое.
Так, использовать. Контрольная точка. Использовать. И на... Ну, у нас еще очки появились. Ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что я делаю не так. Почему я не могу прокачать своего персонажа? The three men that were known as the judges parted ways forever. Apart from their common goal, почему у меня нету двойника? Every possible way, three statues were built. Здорово, ребят. Как у вас дела? Нормально. Мне тоже, в принципе, неплохо. Здорово. Почему я не могу использовать щит? Погоди, стой. А почему я щит не могу использовать? Это что за бред? Стой, 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 стой. Отстань, отстань, отстань от меня, пожалуйста, отстань. Почему я не могу использовать свой щит? Где он? Ну вот, тяжелый щит. Почему в атаке я не могу его использовать? Стой. Крыса. Спину бьешь, да? Падла. А, я явно выбрал не того персонажа. Нужно было по скорости выбирать себе. А я выбрал по силе. Божечка, он меня сейчас еще завалит. Или он меня сейчас еще и завалит. Эй, помоги. Помоги мне, пожалуйста, открой ворота. Каким образом? Давай поможем. Давай поможем. Здорово. Ля, ты какой шустрый. Ребят, вы заметили, он не использует щит. То есть он не хочет... Сука, да успокойся ты. Остановись, пожалуйста. Все, 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 все. Да, дай, дай выйти. Все, загнали. Загнали, загнали, загнали. Давай, молодец. Он реально перестал использовать щит. Хотя, может, это из-за того, что у меня меч в руке другой. Давай посмотрим. Стальной меч. Может, с этим мечом? Он будет исп... Ага, вот, да. А это, думаю, что еще не так. Это из-за того, что у нас в руке был другой меч. Так, все, мы открыли. Мы молодцы, мы справились, да? Все, здорово. Так, послушай, помоги мне, пожалуйста. Что с твоей рукой? Паучий яд жжет. Все, ты превратился в человека-паука. Сделай надрез от соси яд, слишком поздно. Тогда есть лишь один способ тебя спасти. Нужно отсечь конечность. Хочешь, чтобы я отрел себе руку? Да ты спятил. Тогда ты скоро встретишься с судьями. Я не могу. Я не... Решать тебе будет сделано, я не буду этого делать. Будет сделано. Ладно. Тебе же хуже. Спасибо. Я жизнью тебе обязан, незнакомец. Постой. Ты не из моих монастырских. У тебя на лице клеймо. Подарок от суда, чтобы... Помнил о своих поступках. Пожалуйста, опусти топор, найди себе лекаря. Как попасть в цитадель? Как попасть в цитадель? Мне нужно попасть в волнострение. Я ищу Антанаса.
Он Танос в цитадели, но ворота были запечатаны, как только Рогара начали собираться по-многу, даже если тебе удастся, не знаю, есть ли внутри кто-нибудь живой. С неба пролился огненный дождь. Думаю, по цитадели можно только через площадь судей. Хорошо. Постой, скажи мне, что у тебя есть зелье. Да, вот, держи. Так, мы кому-то помогли, хорошо. Открыть дверку. Дверь заблокирована с другой стороны. Эту дверку мы открыли, отлично. И опять же я... Ёб твою... Я без понятия, как нам прокачивать нашего персонажа. Оно сработало, либо не сработало. Так, развитие. То есть вы сами видите, Аду не хочет его. Почему не хочет очки навыков? Что я делаю не так? Живучесть, ловкость. Хочу ловкость прокачать. Ярость. Так, переключить в избранное, все. Мы это сделали? Нет, не сделали. Может, и сделали, я без понятия. Так, здорово. Ну, эти монстры еще более-менее. Так, привет. Что с тобой не так? Ты, уходи прочь. Не тронь меня. Я не собираюсь тебя убивать. Что ж, благодарю тебя. Твои отметки на лице мне страшно, понимаешь? Так, тут повсюду полно демонов. Если хочешь жить, беги. Все спрятались в цитадели. Наш предводитель Антанас поклялся, да, что защитит нас. Хорошо. Да, ты правда западнее, не стану тебя убивать пока. Но он-то, может, не станет, а... Ладно, ладно, повезло тебе. Тебе сегодня повезло. Открыть дверку. Ага, и мы вышли в том же самом месте, да? То есть мне нужно как-то попасть... На ту сторону, только как? Может, наверх сюда? Здорово. Опять же, он не хочет использовать щит. Fucking щит. Падла, бесишь меня. Ой, уходи. Уходи, 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 уходи. Нет, уходи. Просто уходи. А у меня нету зелья для лечения, прикинь. Ну все. Это конечное. Слышь, можешь тебе мобилку с фотоаппаратом дать? Бабуле позвонить, а? Как думаешь? Падла. Ясненько. Так, ребят, давайте, наверное, на этом мы... с вами закончим, не знаю, что-то у меня нету реально желания, наверное, проходить это дальше. Игрушка вроде и прикольная, но я что-то понять не могу, что от меня хотят. Так что смотрите сами, можете скачать себе и сами поиграть. Просто за себя я не уверен, может, что-нибудь другое себе найду. Наверное, изначально нужно было брать не тяжелого воина, а который по скорости будет. И который не будет так сильно стамину себе тратить. Так что как-то так. Ладно, все. Всем пока-пока. До потом. И не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Стоит ли оно того. Все. Всем мур-мур.